Когда сидишь до 5 утра, знаешь, что никуда не надо вставать. Кайф. Что они изначально пытались выстроить? Просто интересно. Кондуктор. Проезд грудничкам бесплатно. Мама начинает кормить меня грудью. 40-летний я. Свой среди чужих. Когда вместо жесткого диска поставил мягкий. Ну, тут все понятно. У вас мать сдохла. Установите свой пароль от Wi-Fi вот такой. А когда кто-то спросит, скажите ему, что это от 1 до 8. Какой пароль от Wi-Fi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Не подходит. Подходит. Пробуй. Мне некогда. Мне понадобилось 10 минут, чтобы въехать. Я так и не понял. Я правда, я больше 3 минут думал, я не понял, что это значит. Может, это какой-то код мур... Я не знаю, отстаньте. Что не так, чувак? Шрек — это фильм про то, что нужно любить себя вне зависимости от того, как ты выглядишь. Но весь фильм они прикалываются над Лордом Фаркватом из-за его маленького роста. Мы открылись. Как торжественно-то, ё-моё. Это вот этот дом. То ли где-то подъезд. Шаг первый. Найдите тюленя. Шаг второй. Ощупайте тюленя на предмет мягкости. Шаг третий. Эть! Шаг четвертый. Тюленьтесь. А это я проверяю, все ли качаются под песню, которую я поставил. Или я проверяю, все ли меня слушают. Да-да. Кот стал орать, чтобы покормили. Я ему. Отстань. Он орет. Отстань. Орет. Отстань. Орет. Сказал, ты и так жирный. И он замолчал, сел и смотрит на меня теперь. Вот так. Да он просто тени своей боится, это нормально, у меня тоже так каждый день происходит. Ну, в смысле, со мной, не с котом. А тебе правда 20 лет? Да. Скажи что-нибудь на 20-летнем. Фу, как не стыдно, этими губами ты целуешь свою мать. Теперь вы можете надеть ошейник на свою собаку. Это точно свадьба, да? 20 лет спустя, мой ребенок. Мама, что ты делала, когда была молодой? Была помешана на азиатах. Муж. В основном на мне. Я. Ну, мама, я не люблю лук. Мама, я добавлю совсем чуть-чуть, ты его даже не заметишь. Мамина чуть-чуть. Давай, доедай, всю силу на тарелке оставляешь, ну. То-то. Что у тебя в голове? Тем временем у меня в голове. Что это? Ты все эти люди. Куда я попал? Как убивает БТС врагов? Джун. Своим интеллектом. Джин. Своей красотой. Хасок. Своей улыбкой. Чимин. Своей добротой. Тэхен. Своим дружелюбием. Чонгук. Своим голосом. Юнги. Убивает на самом деле. Рыжий. В обносках своих братьев. Дай угадаю. Уизли. Вообще-то это винтаж, а Версайз. Чему ты колхозная? Какой ты сегодня перец? Это типа намек на то, что я овощ? Тот самый чел, который сидит в беседе и никогда там не пишет. Я наблюдатель, я вижу все, но вмешиваться в происходящее перечит моей сущности. Господи, чехол с вырезом на логотипе, вы чё, серьёзно? Они не знают, что я Питер Петтигрю. Ты видела его кота? Нет, покажи. Классный. То-то. Кошки лечат людей. 25-летний я. Завожу кошку. Кошка. Так. Ну, все ясно, у вас мать... А, это не то. Извини, братан, тут уже не починить. Когда мой парень просыпается, я рассказываю ему, какие у него милые щечки, когда он спит. Когда я просыпаюсь, он говорит, что я опять всю ночь пердела. В каком кабинете будет собрание? На собрании все расскажу. Битва экстрасенсов. Когда ты замечаешь волос у себя на экране. Это что, волос? А, не, показалось, просто огромная трещина на весь экран.